для древних кужебарцев было нелинейной субстанцией, поэтому нельзя в точности сказать, где было начало или конец их культуры. Может быть, она пришла к нам из будущего? Некоторые останки ее принадлежат мезозою и палеозою, хотя, по данным современной науки, людей тогда не было. Этот парадокс объясняется тем, что древние кужебарцы умели создавать свои туннели реальности и таким образом путешествовать во времени и пространстве, жить в разных мирах, эпохах и местах. Зелевым брюх попаздикускуст. Научный доклад. Эмбриональные стадии развития души в культуре древнего кужебара. Издательство «Кругозор». Имамбаба, 2001 год. Thank you.
Thank you.